Санкт-Петербурге в канун Международного культурного форума открылась выставка об истории и ремеслах Абазин. Экспонатами своей уникальной коллекции радушно поделился Мухаммед Шамсудинович Туков, заведующий музеем в ауле Эльбурган, что в Абазинском районе Карачаево-Черкесии. Идею для организации этого события подсказал президент Международного объединения содействия развитию Абазина абхазского этноса Алашара Муса Хабалевич Экзеков, который трепетно относится к сохранению традиций, языка и культуры народа Абаза. Впервые в Ленинграде Мухаммед Шамсудинович побывал в конце 70-х годов. Тогда это была недельная туристическая поездка, которая оставила после себя яркие и приятные воспоминания. Спустя 40 лет Мухаммед Шамсудинович приехал в Санкт-Петербург с благородной просветительской миссией. Он лично привез сюда более 100 редких предметов быта и ремесел для того, чтобы жители и гости Петербурга смогли познакомиться с историей народа Абаза, к которому относятся абазины и абхазы. Наш музей – это музей малочисленного абазинского народа, о котором знают немногие. Поэтому такой скромный этнографический музей аула представить российской общественности для нас имеет большое значение, чтобы об абазинах знала вся Россия. Наибольший интерес представляют предметы быта, чем пользовались наши женщины в прошлое время. Представлены, например, элементы, вот эти экспонаты, с помощью которого обрабатывали шерсть нашей женщины, с помощью чего обрабатывали кожу, с помощью чего обрабатывали поля. Вот эти предметы кузнечной работы, потому что в те тяжелые времена кузнец был, можно сказать, образно богом, потому что все на селе делалось именно теми инструментами, тем оборудованием, которое производил именно кузнец. Посетив выставку в Государственном этнографическом музее на Инженерной улице, вы получите интересные знания о культуре и традициях абазин, одного из малочисленных народов России. Для абазин и абхазов, проживающих в Санкт-Петербурге, эта выставка просто обязательна для посещения. Почему нужно посетить, в принципе, выставку абхазам-абазинам, то есть этносу Абаза? Ну, во-первых, очень много молодежи, очень много проживающих в Санкт-Петербурге, скажем, людей, которые, в принципе, не видели эту выставку, да, которая находится в Эльбурганском селении. Вот, плюс молодежь не имеет представления, наверное, в некоторых вещах, как предки, скажем, там, 19-го, начала 20-го, конца 18 века жили и так далее. То есть вот эти вещи, которые представлены на выставке, экспонаты, они дают полный объем информации, как и чем пользовались, как жили, чем пользовались как раз-таки вот в эти века, в прошлые века, их предки. Для открытого посещения экспозиция станет доступна сразу после завершения работы Международного культурного форума. Выставка продлится до середины декабря.